Первый раз Антон Ливанов сдал кровь 24 года назад, чтобы купить подарок девушке. С тех пор отношение к донорству пересмотрел, понял, что может спасти чью-то жизнь. Сегодня уже почетный донор пришел на станцию переливания крови в 166 раз. Статус почетного присваивают тем, кто сдал 40 раз кровь или 60 раз плазму. В Международный день донора Антон сдает кровь на тромбоциты. Ее берут из одной руки, пропускают через специальный аппарат, который отделяет клетки крови друг от друга. Остаются только тромбоциты и плазма, а обработанную кровь вливают во вторую руку. «Самочувствие хорошее», – рассказывает Антон. «Только после забора хочется есть и спать». У меня хорошим примером мой отец является. Он тоже почетный донор. И я видел, как он это сдает, как он себя чувствует, как к нему относятся люди. Тоже хотелось помочь. Быть донором может быть только человек. То есть другому человеку кровь может влить только другой человек. Ее нельзя искусственно как-то сделать пока что. Поэтому нужны доноры. Ежедневно в Самарском регионе кровь сдают свыше 200 человек. А сегодня, в Международный день донора, на областные станции переливания крови пришли около 500 неравнодушных жителей региона. А также волонтеры Самарского регионального отделения Российского Красного Креста. Все они получили памятные подарки. На сегодняшний день вот станция объединенная, и у нас два филиала. В Самаре основной филиал, Тольятти и Сызрань. Мы заготавливаем достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности всех учреждений Самарской области. Хочется помогать людям. Надеюсь, что кому-то я помогу и привлеку людей, которые будут также помогать. Вот. Очень радостно слышать, что моя кровь там пошла на благо кому-то, помогла в какой-то операции. За один забор у человека берется примерно 450 мл крови. Процедура длится не больше 10 минут. Хотелось помочь кому-то. Хотелось понимать, что я могу что-то помочь кому-то. Что моя кровь спасет кому-то жизнь. Для того, чтобы стать донором, необходимо быть не моложе 18 лет, весить более 49 килограмм, не иметь хронических заболеваний. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.